Доброе утро всем. Смотрите, какая у нас панорама. На машине радио, оно само выключится. Ласточки летают. Но море, на море шторм небольшой. Потому что двуцветный берег. Когда берег двуцветный, значит волны есть. Но хоть ветра нет такого. Хотя, знаете, после обеда он всегда поднимается. Ты чего ищешь-то? Ой, а что это у меня фокуса нету? Фокус. Фокус, фокус, телепокус. Локо, локо, локо. Иду работать. Вторник, рабочий день. Денежку зарабатывать. Хочу себе подстричь. В общем, вот эту часть по бокам, сзади. Я это делаю машинкой, поэтому все это легко и просто. Сейчас вам покажу. Меня немножко тут отвлекли, только собралась. Ай, стричься, как говорится, и пришли клиенты. Так, теперь они ушли. Теперь моя очередь отстригать все себе. Не люблю вот эту одевать, сразу вот тут все вылазит. Но что делать? Кудри вьются, кудри вьются. Кудри вьются. Вот и все. Вот и кончилось теплое лето. Вот, теперь уже намного лучше. Я всегда так делаю. Сначала мне стригут, меня стригут, потом недели через две, или, ну, это в этот раз получилось через месяц, я сама себе стригу. Мне очень нравится короткий волос. Если вам не нравится, это не мои проблемы, правильно? Правильно. Кто меня больше всего видит? Я сама себя. А я себя очень люблю. Сначала себя люблю, а потом всех остальных. Вот. Мне кажется, так оно и надо делать. Я специально, кстати, сегодня не накрасилась. Да уйди ты, мошка, чтобы помыть голову, подстричься. А вот. И быть красивой. Думала, сегодня мало клиентов будет. А они как разделась, тут специально сняла эту рубашку. В общем, хожу тут себе. И клиенты пришли. Хорошо, хоть не мужчина, то я тут в полураздетом состоянии, скажем так, хожу. Ой, не могу. Ладно, у меня там машинка стирается. Одеться надо в конце-то концов. И все такое. И работать дальше. Смотрите, как погода поменялась. Видите, море уже прям разноцветное, и волны. Шторм. И ветер поднялся. Мы на обед уже идем. Что я и говорила, с утра нет ветра, а потом он поднимается. Это когда леванты. Леванты, это идет ветер с той стороны. Не знаю, может и кончится когда этот ветер. Мы едем обедать домой. Ну и все, я отработала обедать и все. И делать, что я хочу. Планов сегодня никаких нету. Сейчас супчик себе сварю. Что-нибудь придумаем. Смотрите, какая у меня лапшичка получилась. Ням-ням-ням. Тут крыло. Даже какая-то часть крыла. И салатик. Как вкусно. Всем приятного аппетита. Я прям уже наслаждаюсь. Лежу, телек смотрю.
Чарли там, мой сладкий, бежит. Он как камеру увидит, думает, что это я для него включаю. Жарко, не могу. Ветер, вроде бы стих. Открыла все окна. Что-то я запарилась. Еще немножко полежим и пойдем гулять. В Амальпарке? Да. Так что вот такие вот у нас планы на вечер. Мое счастье, мое счастье. Вчера лазила по WhatsApp'у, или WhatsApp'у, как его там. И, в общем, знаете, наткнулась на вот такие же фотки, что я и вам показала вчера. И обсуждали, значит, господи, там на велосипеде, обсуждали вот эту всю грязь. Сейчас идет предвыборная кампания. В общем, у нас выборы скоро, по-моему, 30 мая, если я не ошибаюсь. Вот. Выборы будут в мэры. Почти по всей Испании идут выборы вот в каждый город в мэры. И вот сейчас, ну, борьба идет, да, между кем. И все вот пытаются, как говорится, завоевать. И вот одна партиду. Как это называется? Партия. Типа показывала, вот что вот такой вот парк у нас, все вот эти вот. Здесь, короче, деревья с разного мира. И вот эти таблички, они рассказывают о этих деревьях. Ну, естественно, они в таком состоянии, что тут уже хрен поймешь, что тут написано и к чему это все относится. Потому что, видите, вот граффити, это еще нормально. Тут еще можно прочитать, что почем. Это вот, например, вот это дерево. Псидиум гуахава. А, гуаява. Это фрукт такой, у Тани такой растет. Похож на клубничку, есть, конечно, другой вкус. В общем, дело не в этом, а суть в том, что типа показывали, вот правительство до чего довело парк в таком грязном состоянии. Вот так я говорю, ну прям как мое видео посмотрели. Я смеялась. Ой. Прям видео мое посмотрели и сразу решили в Facebook. Ну нет, конечно. Никто они не смотрели мое видео. Просто это действительно парк не очень хорошем состоянии. Несмотря на то, что его вот там вот, как это сказать, реставрируют, что ли, ремонтируют. Но тина, блин, везде, это пипец. Но опять же, я повторюсь, это нужно делать как-то аккуратненько, чтобы... Потому что там очень много рыбы, мальков, черепах. Если вытаскивать всю эту тину, все это вытащится вместе с рыбы. Просто, наверное, мне кажется, не надо было до такого состояния доводить. И все. А так жалко. Так что все, у нас везде, я вот сейчас шла, везде ставят столики, везде вот это вот. У нас, кстати, в семье очень много политиков. Ну, естественно, за одно и то же. Господи, как она называет? Партиду. Партию, за одну и ту же партию там. Они все меня склоняют для того, чтобы я голосовала за них. А я говорю, я не имею права голосовать, у меня нет гражданства. А для голосования нужно гражданство. Ой, как это так? Я поговорю, я узнаю, а почему ты не принимаешь гражданство? Я говорю, потому что не хочу. Потому что какая, я говорю, испанка, в каком месте? Такие вот дела. Да даже не в этом дело, просто у меня... Сейчас, ой, вот там вот черепашка такая маленькая. Идите. Маленькая, вот как чистить? Она, смотрите, какая малюсенькая. Ну, наверное, вот с полладошки моей. Ой, а тут такая рыба здоровая, смотрите. Вот тина не фокусируется хорошо. Тут такая рыба здоровая. Я не знаю, что это за рыба, ну блин. Смотрите. Ой, ты господи, малепусечка ты такая. Малепусечка. Смотрите, она даже меня не боится. Даже, наверное, с полладошки, а вот. Такая маленькая. Видите, она там в тени вот так копышится. Наверное, вот пальцы мои, где заканчиваются, так и она. Ногти, естественно. Черные от этой, как ее называть, мушмалы.
как... Мне их, чтобы отмывать, я муж малу, допустим. Ухожу, допустим. Раз, почистила, съела. Каждый час, и чтобы отмывать, там их не стоит. Но вот помою две головы на работе. И сразу, и все, они у меня сразу очищаются. Домой прихожу опять, чтобы, знаете, всякие печеньки не есть или еще что-то такое калорийное. Я вот мушмалу ем, сейчас арбуз отрезать могу. Мне нужно постоянно жевать. Постоянно мне нужно жевать. Я как корова, знаете, постоянно работать челюстями. Ой, не могу. И чтобы вот жевать, я уже и жвачки покупала. Пломбы жалко. Ладно, в общем, вот в этом, о том, что мне люблю пожрать, вы уже знаете. Вот видите, ремонтируют. Будем дальше гулять. И все. Аллилуйя! Смотрите, что у меня случилось сегодня. Я убрала новогоднюю скатерть. Она была здесь до сегодняшнего дня. Ну и что, у меня Новый год был? Что такого? А еще смотрите. Помните? Это всего лишь были такие отросточки, как вот этот. А гляньте, что тут уже растет. Дерево целое. Главное, все с одной стороны. С этой стороны ничего нету. А вот с этой уже раз, два, три, четыре. Видали как? Видали, как у меня отросло? Мои калы. Красивые какие калы. Там вот тоже наклевывается. И этот тоже отцветает. А отцвели уж давно хризантемы в саду. А ну, там еще растут, видите? Это не просто так отцвел и все. Нет, они цветут и цветут. В общем, красота, лепота. Пойду себе сок выжму. Апельсиновый и попью. Пить хочется. После ходьбы хочется пить. Кстати, не очень жарко на улице, дома намного жарче. Я вчера не сняла белье и сегодня почти про это забыла. Сейчас пойду, вспомнила. Говорю, пойду-ка я сниму. А то слишком долго будет оно у меня там сушиться. Да, да. Там дида-дида. Чайки, не кричите, сердцу больно. Чайки, успокойтесь, все довольно. Так, будем... Ой. А ну да, я ж половину вчера сняла. Смотрю, такая дырки. Ну что это? Совсем забыла, что я вчера сняла. Так были мои спортивные штаны, и я их же одевала. В общем, буду снимать белье. Буду ужинать, монтировать, смотреть телек. У меня сегодня большой брат. Чего ты там, игрушка, что ли, у тебя куда провалилась? А, точно, там у него мячик. Мячик Чарли доставать. А это Мира Уно. Мира Хугете, ай, Мира Хугете. Хугете? Фикушки. Он вот хочет именно вот, чтобы я ему достала оттуда. Он в этот мячик сроду не играет. Вот будет вот так доставать мне, видите?
так вот меня будет мучить, смотреть на меня вот так вот, подходить, чтобы я ему звать, чтобы я ему достала его. И вот тогда он успокоится, он выиграть в него не будет. Думаете, играть в него будет? Фикушки. Вот он сейчас с ним типа для вида поносит, и все. И оставит в покое. Противная рожа такая. А я буду с вами прощаться до завтра. Всего вам наилучшего. Самого-самого-самого солнечного дня. Теплого. У нас передают на этой неделе похолодание, потепление, потепление, похолодание. В общем, сейчас буду смотреть. До завтра и всем пока-пока!